Привет, ребята! Настало время провести техническое обслуживание своего мотоцикла, так как за ним тоже нужно следить. Сегодня я буду менять цепь, так как она у меня уже растянулась. Ну а вместе с ней я поменяю еще и ведущую, и ведомую звезду, которую мне сделали в Crazy Iron. Сегодня я также буду менять масло и масляный фильтр, так как срок годности того масла уже давно истек, и необходимо поменять обязательно. Для полной замены масла мне понадобится 1,3 литра. Но так как я езжу на заднем колесе, мы заливаем масло чуть больше нормы. Ну что, хватит болтать, пора приступать к работе. Мы сняли замок. Теперь нам нужно снять пеги, чтобы добраться до звезды. To me. Oh, whoa, I despise, 'cause it means destruction of this life. War means tears to thousands of mothers' eyes when their sons go out to fight and lose their lives. Теперь мы будем снимать суппорта. Колеса. Колесо снято, теперь осталось снять звезду. Ой, как это тяжело. Вот такая вот старая звезда. Вот такая вот новая. Вот есть разница, да? Сейчас мы будем снимать ведущую звезду. Гений просто, Даша. Absolutely. Set, set, set. Блять. Уронила пол, что ли? Да. Это тоже печально. А там масло было, да? Что, не течет? Да нет, у меня болт в этой фигне. Ой, не болт, а как это называется? Головка. Головка. Даша, как она там оказалась? Она упала туда. Мне кажется, что проще было бы в сервис ответить. Мне кажется, проще, ну, блин, если бы я делал, я бы уже сделал. Надо как-то заткнуть быстренько. Блин, я взяла ему уколы, я так и знала. Ага. Вот такие вот гаражные условия. 10 часов вечера, выключается свет. Короче, ребята, если у вас есть деньги, давайте свой мотоцикл в сервис. Не чините его сами. Потому что это геморройно. Почему геморройно? Наоборот, классно. Ну, это классно, когда у тебя
много-много времени, а когда его очень мало, когда у тебя руки стало и лучше поехать на тренировку, вместо того, чтобы весь вечер сидеть в гараже, то лучше отдать в сервис, чтобы вам это сделали за час. Это, господи, за час. Нежели весь вечер натратить. Вот такой вот будет вывод.